Дорогие друзья, я считаю себя необходимым сказать огромное спасибо Раисе Кузьмиче Скринниковой за ту огромную работу, которая ведется фондом, для того, чтобы наши дети чувствовали себя действительно защищенными. И огромное спасибо за то взаимодействие с фондом поколения, которое мы проводим уже на протяжении 3 лет. Огромное спасибо педагогам и родителям за то, что вы, несмотря ни на какие трудности, возможно, которые бывают у вас, вы делаете все для того, чтобы наши дети развивались в творчестве, могли получать образование и в результате становились очень сильными, мужественными гражданами нашей страны. И мне, знаете, очень трогает то, что вот сегодня в номинациях, которые будут вручаться сертификаты на поездку в Германию, для меня очень важно, что здесь участвуют и те дети, которые были призерами в конкурсе, который проводился партией «Единая Россия» в связи с 70-летием Великой Отечественной войны, назывался «Моя семья в Великой Отечественной войне». Дорогие дети, вы заслуженно получаете эти сертификаты, потому что вы еще совсем юные, но вы уже проявили себя в учебе и творчестве. Я желаю вам еще больших успехов и найти много новых друзей. С праздником вас! С летом, с отдыхом после трудового года. Может быть, это и есть как раз забота о детстве. Но помните, что все-таки много лет назад, 70 лет назад, эту свободу, это мирное небо добыли для вас деды, прадеды, которые не жалели своих сил, а может быть некоторые жизни, чтобы добиться этой победы, независимости нашей Родины.